это девочки бегут, не скажу к чему, ну, они бегут не одни, а с собакой-далматинцем, а с фламинго и с таксой. Они все разные, мне так хотелось сделать. Вот эти девочки, они ближе всего к нам. И одна из них показывает, куда они все бегут. И голуби тоже бегут. И летят. И вот что они увидели. Они увидели медведя, продававшего мороженое. Вот они все начали есть мороженое. И прыгать через скакалку. Потом девочкам надоело прыгать через скакалку, и они стали играть в прятки. Одна девочка считает, а другие убегают и прячутся то в кустах, то за деревьями. А еще в дупле. Но потом им надоело играть в прятки, и они побежали еще кое-куда, но не скажу, куда. И вот они бежали к продавцу с игрушками. Конец.